хочу вам показать сегодня тот магазинчик, где я все это покупаю. Магазин Хоббили, мой любимый магазин, где я покупаю все свои товары для рукоделия. Я снимаю с разрешения продавца. Она очень приятная женщина, она все время мне помогает и много лет слегка. Вот, я хочу показать именно вышивальню, в общем-то, вышивальную часть. Магазинчик очень маленький. Значит, вот здесь продаются нитки мулине в таком виде у нас. Ну, во многих магазинах так продаются, видите, нитки DMC. Вот они по номерам, в ящичках, вот так расположены, не висят, как обычно. А вот в таком вот виде ниточки DMC. Значит, таким же образом продаются ниточки перле. Вот есть перле, которые мультиколор. Есть обычные нитки, но обычно из этих ниток вяжут здесь девочки кипы. Вот есть такие ниточки перле. Немножко отсвечивает. Видно там все. Значит, вот есть шелковые нитки. Есть такие ниточки перле вот в таких моточках. Вот. Так что, в общем-то, места здесь не особо много, но найти для себя можно. Тут отдел тканей. Разные. Вообще, это магазин вообще для поделок. Вот есть разная тесьма, ленты. Такая тесьма для отделки вот такая вот, такого вида. Вот. Ну, из наборов как бы у нас есть только, вот видите, страмины с нанесенным рисунком. И вот такие вот наборы для вышивки скатерти гладью. Вот, а так вот здесь отдел тканей небольшой. Все, вот это я ниточки выбрала себе для моего проекта. Ну и то, что, в общем-то, многих интересует, это канва. Канва и равномерка здесь, значит, вот видите. В основном она Цвайгард. Вот так вот в рулонах. Значит, видите, значит, цена, вот 170, например, это в шекелях. Шекель это 4, примерно шекеля за доллар. Вот. Вот эту вот ткань я покупала от Цвайгард кошель, видите, равномерка, лен. В основном, конечно, Давоса, есть канва Аида. Ну вот, это, в общем-то, такой ассортимент совсем небольшой. Ну, можно выбрать, не всегда это бывает, но бывает периодически. Ну и всякие остальные разные вещи для поделок, наклейки. Вот различные нитки, проволока. Для рукоделия вот такого вида. Очень хороший отдел бисера. Бисер очень дешевый. Значит, но бисер в основном для бисероплетения, это не для вышивки. Вот это отдел бисера. Вот, ну все. Очень маленький отдел для вязания. Вот разные ткани, нитки и так дальше. Ну, вот здесь отдел, здесь есть пяльца, рамки, различные краски для окраски ткани. Вот это для скраббукинга, вырубки. Эти краски для рисования акриловые. Пяльца. Здесь я часто покупаю эти пяльца. Вот. Ну, разные поделки для декупажа. Основы. Вот. Ну, и здесь где-то есть выставка у них разных поделок из того, что можно здесь купить в этом магазине. Вот, в общем-то, и все. Спасибо большое. Да, для мелочей есть маленький отдел. Сюда пройду. Здесь маленькие мелочи. Очень нужные резачки, крючочки, маркеры, ножнички, пуговки и так дальше. Такой отдел. Ну все, тесьма, ленточки. Все, на том прощаемся. Спасибо за внимание. Всем до свидания.